Всем привет, друзья! Я рад приветствовать вас на нашем видео, посвященном важным визовым вопросам и визовому курсу для специалистов. В этом видео мы с вами проговорим по поводу нашего курса, обсудим преимущества и интересные нюансы нашей визовой профессии, ну и поговорим про сложности, которые могут возникнуть, и обо всем по порядку. Поехали! Я занимаюсь визами, помощью в оформлении виз и визовым сопровождением уже 8 лет. Я являюсь визовым экспертом и специалистом в компании «Второй паспорт» и спикером курса для визовых специалистов. Я помогаю всем желающим стать профессионалами в области оформления виз и в области миграции, а также владеть самой передовой и последней информацией в оформлении визовых документов. О чем наше видео? Я хотел как раз обсудить самое основное – это преимущество нашей профессии, чем она сейчас так востребована и почему она набирает обороты. Начнем с того, что как таковой профессии визового специалиста ее не существовало раньше. Мы эту профессию, можно сказать, создали сами. И сейчас делимся как раз опытом, знаниями для будущих специалистов и профессионалов в этой сфере. Как вы знаете, сейчас время непростое ввиду, да, последних событий. И оформление виз становится все более и более сложнее, более, так скажем, длительные процессы начинают происходить. Ну и, соответственно, где-то все очень часто меняется, где-то визовые центры закрываются, где-то условия виз меняются и так далее. И, конечно же, если мы говорим про человека, который ни разу этим вопросом не занимался, это непросто, да, с первого, со второго, с третьего раза непросто сделать процесс максимально эффективным и с первого раза получить визу. Соответственно, все клиенты, заявители обращаются к нам, так как у нас есть необходимое количество информации, опыта, знаний, практики в этом деле. Мы знаем, как оформить ту или иную визу, как подать документы в визовом центре, как их забрать, как вести себя на интервью с визовым офицером и обо всех этих нюансах. Сама наша профессия очень актуальна тем, что она не привязывает нас к месту работы. То есть мы можем заниматься своим делом независимо, где мы находимся. Дома, за границей, у друзей даже, или просто где-то в дороге. Мы можем заниматься этим там, где нам удобно, и не привязываться к какому-то определенному месту. То есть все, по сути, процесс идет весь удаленно. Нам нужно только наше знание, опыт и практика. Дальше хочу выделить то, что наша профессия не ставит никаких границ, потолка, дает нам возможность все время расти. Расти и нарабатывать свою клиентскую базу. То есть мы можем поставить ограничения только сами себе. Сколько клиентов мы наработаем, сколько опыта мы здесь получим, это зависит только от нас с вами. Стран очень много, и, соответственно, чем больше мы владеем информацией, в какое количество стран мы умеем открывать визы, соответственно, это будет говорить о нашей квалификации, о нашей компетентности. Да, конечно, здесь есть и ряд нюансов. Например, эта сфера требует постоянного обучения, постоянной мобильности. Нужно все время быть в курсе событий, потому что сегодня одна ситуация. Допустим, мы знаем, как оформлять визу в Шенгенскую зону, визу в США, но завтра правила могут поменяться. Может поменяться порядок документов, сборы могут вырасти, произойти какие-то изменения. Здесь нужно быть постоянно в курсе событий. Читать, общаться, переписываться, звонить в консульство. Ну, то есть постоянно получать новейшую информацию. Потому что если вчера была одна ситуация, то завтра или сегодня уже может быть другая. И вот наш курс как раз, он нацелен на вот эти нюансы. То есть он уже, так скажем, содержит в себе
такой план работы, чтобы вы, да, вот будущие специалисты, уже могли работать в таких условиях, не только простых, но и сложных, чтобы вы умели разрабатывать правильную, эффективную стратегию в разных ситуациях, допустим, и простой кейс, простые клиенты с простыми запросами, и со сложными, с отказами, с, допустим, с изменениями и так далее, чтобы вы могли ориентироваться и решать задачи любой сложности. Вот, в принципе, в двух словах, о чем наш курс и что он будет в себе содержать. В следующих видео мы с вами обсудим уже конкретно по разным странам, поговорим отдельно и про Шенген, и про США, и про Великобританию и так далее. То есть по каждой стране у нас будет видео, где мы с вами будем разбирать все тонкости и нюансы оформления визы в эту страну. Я же надеюсь, что предоставил вам необходимое количество информации. Мы с вами обсудили коротко по нашему плану, да, то есть то, о чем нам предстоит с вами разговаривать. Если у вас остались какие-нибудь вопросы или что-то непонятно, то с радостью вам помогу. Обращайтесь, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Мы их будем также дополнительно разбирать. Я же с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео. Всем пока!